сладкие, бычье сердце, да, как это называется. И плюс еще огурцы тоже очень пахучие. Я же объяснила, перестала есть мясо, потому что хочу попробовать, как мой организм реагирует на это. Очень многое, ладно, по-другому скажу. Я занимаюсь медитацией. Очень много энергии уходит на переваривание мяса. Мне это лишнее. Да, прям как летом. Так, Ксюша, скажи, ты звонила, тебе номер давала? Куда звонила? Напомните мне. Какая тема? Ну, мы уже ушли от темы, на самом деле. Угу. Как я вам без бровей это себе была, да? Мы ушли от темы. А, тема сегодня была травля собак в Сочи. Готовимся к сезону, называется тема. Вот, пытаемся найти точки соприкосновения, как мы можем помочь друг другу. На рыбалку хожу, но рыбу редко ловлю. Но в основном за компанию, понаблюдать за природой. Пью. Сереженька, привет. Я без мяса падаю, хожу. Ну, значит, у вас не хватает железа. Если вы будете пить параллельно железо, все будет замечательно. Саша у меня занимается своими делами. А вот червей там такое. Не буду афишировать Краснодар, там живет человек. Ага. Напишите мне еще раз. Я поняла, по-моему, про что вы говорите, но продублируйте, пожалуйста. А, это по гормонам, да? Ксения, это правда, что к концу года земля будет стоить 2 рубля? Как 2 рубля? 2 миллиона? К концу года будет стоить 2 рубля. Ольга, я у вас просто забыла спросить, что мне надо убрать, чтобы нормально выглядеть, правда? Будет 2,5 миллиона стоит та земля, которую я предлагала по 800. Кстати! Сейчас-то земля, видовые участки по 1,5 миллиона стоят. И люди перепродают. То есть вы бы за короткий промежуток времени заработали бы 700 тысяч с одного участка. Ну да ладно. Кому какая разница, у кого какие губы. Ну, видимо, кому-то есть. Да, да, 2 миллиона. Привет, Север. Да, будет 2,5 миллиона. Я больше скажу. Самая дешевая цена вокруг 500 тысяч за сотку, а там 5 соток. 2,5 точно будет стоить, и это равнина. Как правило, везде продают скалы. Вы такая обаяшка, а губы у вас свои замечательные. Да у меня на самом деле это, вообще-то, этот, как его, господи... Да нормально у меня губы, чего пристали. Почему так жестоко травят собак? Я видела в сторис, Саша снимал. Почему это видят все? Видят даже дети. Видят дети, видят все, и от этого, конечно, больно. Поэтому, извините, что сторис — это репост, это не Саша снимал, это снимал молодой человек, который выставил это все в YouTube.
Вот. Поэтому... О, боже. Ты чего зашел? Проголодался. Так. Что, ты хвастаешься ландышами своими, да? Ландышами, да. Спасибо большое. Спасибо большое всем. Друзья мои, все, час прошел. Да, дайте мужу уже. Да, я всех благодарю за то, что вы были со мной сегодня. Давайте не забудем о нашем сегодняшнем эфире. Возможно, кто-то из вас найдет в себе силы и присоединится ко мне. И, может быть, какая-то будет где-то информация. Мы должны друг друга поддерживать и должны с этим бороться. Вот. Благодарю всех, что были со мной. Я эфир этот сохраню на несколько дней, чтобы люди немножко узнали о том, что творится у нас в Сочи. Всех люблю вас.